Всем доброе утро. Я пришел с ночной смены. Вот, наконец-то иду домой отдыхать. Сейчас, кстати, дома техник должен быть. Он опять делает сушильную машину, потому что все-таки там проблема с сушильной машиной. Они должны там поменять или двигатель, или еще какой-то запчасть, не знаю. Сейчас посмотрим, что он там делает. Алан Манишма. Все, техник. Он там сидит, делает сушильную машину. Вот, пусть занимается, не будем ему мешать. Пойдем по своим делам. Я сейчас тренировочку сделаю. Тренировку на бицепс и трицепс. Ну, конечно, я сделаю его уже после того, как техник уйдет, потому что вот так вот. Он здесь сидит, балдеет. Вот сушильную машину разобрали полностью, там меняют, замену делают, резинка и все. Делают, мы заплатили как раз, страховку сделали, получается, на сушильную машину на 2 года. И сейчас все это бесплатно будет. Замена и запчасти. Так что хорошо получается. Кстати, что там по поводу сушильной машины? Настя мне сказала, так как она была дома изначально, как пришел мастер, она мне сказала, что так как у нас есть страховка, она сделала страховку на сушильную машину. Вот, поэтому техник решил не париться, так сказать, и заменил все в сушильной машине. Получается, мотор, всякие заглушки, резинки. Все он это заменил, и теперь машинка работает без проблем. И что хорошо, теперь каждый раз, когда нам надо будет вызвать техника за сушильную машину, и он будет приходить, во-первых, бесплатно, во-вторых, менять, если надо будет, все детали бесплатно. Любые детали и ремонт любой сложности. И это круто. Сейчас жду, еще должен прийти почтальон, принести посылку с компании Tommy Arba. Tommy Arba — это питьевая вода. Я вам не раз показывал, у нас на кухне стоит приспособление, которое очищает воду, делает ее как холодную, так и горячую. Вот, и сейчас должен прийти посыльный, принести, во-первых, фильтры для этого устройства, а во-вторых, там еще лампу накаливания и какой-то освежитель воздуха, что-то такое, я не знаю. Раз в 3 месяца нам приносят вот такие вот ништяки для машинки с питьевой водой, потому что мы платим страховку там какую-то минимальную в эту компанию, и каждые 3 месяца нам такие подгончики делают специально, чтобы обслуживать машинку. Так, походу он уже привез посылку, сейчас пойду посмотрю. Он должен был оставить ее за дверью входной. Так, вот и коробочка. Сейчас посмотрим, что здесь находится. Вот такая вот коробочка. Так, в комнату идем, в комнату. Так, тут у меня чаек стоит. Включим свет, чтобы было удобно смотреть. Так. Открываем. А, блин. Здесь наклейка. Сейчас возьму ножик, отклею. Так, вот мой ножик. Блин, не разрезал. Все разрезал. Так. Открываем, открываем.
Вот. А что это я не понял? Он только фильтр принес. Вот эта инструкция, как устанавливать этот фильтр. Получается здесь фильтр, а где все остальное? Может, потом еще одну посылку сделают? Посмотрим. Ну вот это вот фильтр идет, который вставляется в Тамиарба. И через него очищается вода. Как раз. Вот от Штраус. Штраус Water. А нам надо пойти посмотреть. Может, там что-то еще есть? То, что я не заметил. Сейчас давайте пройдем посмотрим. Может, там еще что-то лежит. Так. Нет. Здесь пусто. Значит, просто еще раз должны будут принести посылочку. Фильтр я пока менять не буду. Пока там еще нормальный фильтр. Вода хорошая идет. Пусть лежит на запас. Вот так вот. Так, чтобы вы понимали, куда это все вставляется. Вот я покажу вам. Так, это все лишнее убираем. Это стекляшка, крышка, она снимается. И вот этот фильтр, который менять надо. Ну, пока еще не время, конечно, его менять. А вот это вот, это лампа, которую тоже надо периодически менять. Но она у нас еще есть в запасе. А, должны еще принести новую. Только почему сразу не принесли, это непонятно. Настя тут что-то старый, этот iPhone 7 Plus достала. Что-то нас не делает. Не знаю. Что ты с ним делаешь? Гуляешь? Говорит, ходит гуляет с телефоном. Так, а сейчас я перейду, наверное, к кофейку. Так. Опять Настя отключила машинку. Кофе включила свой зарядный блок для телефона. Так. При включенной вспышке машинка такой грязной выглядит. А когда вспышку выключаешь, она выглядит чистой, черной. Чистой и черной. Так. Давай, очищайся. Чистка пошла. Буду опять кофе пить без молока. Чисто американо. Кстати, посмотрите, какие чашки на. О, сколько пыли. Сколько пыли, как некрасиво. Посмотрите, какие чашки для эспрессо у нас есть. Тоже, правда, грязная. Надо все чистить и мыть. Так. А запах какой классный. Супер просто. А какой кофе предпочитаете вы? Пишите в комментариях. Так, мой кофе готов. Включаем машинку. Так, поставим для чистки. Ох, какой красивый кофе. Класс. Так, машинка не хочет очищаться, воды у нее не хватает. Вот значок. Просит воду удалить. Поэтому сейчас поставим. Подольем воду. Все отлично. Пойдем. Отдыхать буду, пить кофе и наслаждаться остатком дня. Потому что мне опять в 3 часа ночи на работу. И потом уже выходные, и это круто. А сейчас кофе
и ютубчик. Кстати, я вспомнил одну вещь, что когда я сегодня делал пробежку перед тренировкой, мне показалось, что поскрипывает беговая дорожка, и я так думаю, что пора ее смазать. Поэтому этим сейчас и займемся. Так, вот она, беговая дорожка. Надо убрать штангу отсюда, чтобы беговую дорожку опустить. Сейчас я это сделаю. Так, штангу я убрал. Беговая дорожка опускается. Сейчас опустится, и вот здесь вот я побрызгаю вот этим вот спреем Hi-Tech силикон. У меня как раз беговая дорожка Hi-Tech, и спрей специально силиконовый для нее. Сейчас это все сделаем, но сначала надо ее включить, чтобы выровнялось вот расстояние здесь и вот здесь, вот для того, чтобы было удобно смазывать ее под самой дорожкой. Так, увеличим скорость немного. Так, все, достаточно. Стоп. Теперь видите, здесь и здесь расстояние равное, можно смазывать, точнее брызгать. Сейчас я все пробрызгаю и вернусь к вам. Все, беговая обслужена, теперь она будет работать хорошо, без всяких лишних скрипов. И это отлично, это продлит срок службы моей беговой дорожки. Это круто. Спасибо, что посмотрели мое видео до конца. Если же ты еще не подписан на мой канал, самое время подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик, написать комментарий. Все ставьте лайки, поддерживайте мой канал, помогайте ему развиваться дальше, потому что для меня это очень важно. Все, еще раз спасибо, всем пока-пока.